Больше 1000 тонн овощей открытого грунта собрали аграрии при Ангаре. Это морковь, свекла, капуста и более 1 тонны прочих овощных культур. Как сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, в 2023 году общая уборочная площадь овощей открытого грунта в Иркутской области составляет 891 гектар. Лидером по площадям стал Иркутский район – 360 гектар. Также капуста, картофель и морковь попали в список товаров, которые подешевели в Иркутской области за неделю. Всего из 25 продовольственных товаров первой необходимости цены снизились на 12 и практически не изменились на 9. В их числе баранина, хлеб ржаной и пшеничный.